Так, 2736. Пак Константин. По-моему, Константин что-то какую-то ахинею разыгрывает. Ну, я ахинею разыгрываю. F4. F6 без коня. Ладно, думаем, как нам этот мат дать. Я серьезно. Вот, вот так вот. Ты все правильно начал. О, а че, кстати, у G5 не пошел? Чтобы он F5 все закрыл. Блин, он слишком сильно играет для этой задачи. Ладно, может и получится. Тактика. Видишь, он задумался. Кстати, он будет рубить в Ого. Считал это? Считал. Так собирал. Просто кем будем матовать? Может, сейчас G5? F5. Ну, это же не очень хорошо. А, ладно, крутим. Вот видишь, мы просели по времени, это хорошо. Потому что я думал просто. Ну нет, не надо менять ферзей. Что делать? Ферзь B3. Вариант. Ладья C4. Это нормально. Блин, мы загнемся, если мы будем перебарщивать, понимаешь? Ну и ладно. Собственно, мы уже переборщили. Пожалуй. Чё? Ну, чёрный всего лишний пешка. Не, мы ещё сыграем. Слон у нас хорошо стоит. Наш ты, который? Да, пора выиграть качество. Ты не находишь? F5 всегда. Надо как-то вынудить его. Что это за ход? А, слона типа спасли. Загадочный ход. Мой любимый. Ну вот уже G5 потерял в силе. После размена. Да не проходит G5 никогда, он всегда F5 пойдет. Все, он переборил его. Ой, шо, хз, допустим. Ладно, вперед. Вперед. Хочу его запугать. Чем? Не знаю. Ладья E6. Чем пешку отдали? Куда повел его? Там без понятия. Почему аж пять пати? Не знаю, думай как. А, тут уже. Тут уже не дома, да, все, после зевнул отход, надо было король E5 еще играть. Там было слон B2 и повторение. Ну слон E3, что делать? Поменять все, что. Ну да. Ты видишь выход? Нет, тут уже не получится, тут уже надо. Ну тут уже мы думаем, мы огребем просто. По-моему, пока нет нихера. Здорово. Слушай, а вот это шанс, не? Шанс, да, потому что он будет рубить флаг. Да, и слоны очень у нас слабы. Это нет, это пока не мат. Блин, он сейчас даст. Он не будет сдаваться. Это точно не будет. Так, так, слишком опасно нам, что на мат напали. Ну ладно, пофиг. Он не будет, он будет флаг рубить. Мат следующим ходом. И? Шахи? Блин, он сейчас, я не понимаю, что мы видим мат. Ладно, бьем.
Да, ускоряться как-то. Да, быстрее. Вот он шанс реальность 2700. Этот точно не сдаст, это я тебя уверяю. Ему рейтинга жалко. Ведем пешка. Почему пешку-то не вести? Что ты делаешь, Никит? Веду пешку. Ты ее долго ведешь. Да нормально все. Главное не терять ритм. Согласен. Три секунды. А где мат-то я не вижу? Победа! Это очень забавно. Слушай, ну... Против 2700 этого... Никто не ожидал. Не, ну... Я доволен, а ты? Да, я ожидал этого часов через 5. Все предпосылки были именно к этому. Все, спасибо за внимание.